Самаркандский государственный медицинский университет, кафедра организации фармацевтического дела, товароведение в медицине и в фармацевтике, тема 12, современный фармацевтический рынок. План. Состояние мирового фармацевтического рынка. Второй. Динамика рынка за последние годы. Особенности компонентов мирового рынка. Развитие фармацевтического рынка Узбекистана, состав рынка, история развития фармацевтической торговой науки. Свойства объектов. Историческое первое появление фармацевтического рынка происходит на раннюю общественно-экономическую формацию человечества, когда лекарства растительного, животного или минерального происхождения обменивались сначала на какие-то материальные блага, а затем на деньги. Германия доминирует на европейском рынке. В 2015 году объем ее торговли составляет 220 миллиардов долларов США. Так, в таких странах, как Япония, США, Франция, Швеция, Бельгия, Германия, этот показатель превышает 250 долларов на человека в год. Структурные особенности ассортимента мирового рынка. Количественные показатели ассортимента лекарственных средств на рынках разных стран претерпевают существенные изменения. Наличными продавцы могут заработать 3,15 долларов по ценам производителей. Фармацевтические товароведения – область научно-практической науки, включающая в себя основные характеристики фармацевтических и парафармацевтических товаров, их закупочную стоимость, классификацию, кодирование, методы определения качества товаров, конкурентоспособность товаров, их товароведение, анализ товароведения, сохранение качества. Стремительное развитие фармацевтической отрасли. В настоящее время проводят научные исследования по обогащению фармацевтического рынка новыми видами более эффективных препаратов и в связи с этим эффективно использование местной сырьевой базы. Для качественного фармацевтического надзора необходимы следующие условия. Основные права потребителей. Потребители имеют следующие права: получить достоверную и полную информацию о товаре, а также об изготовителе, свободный выбор товара и его качество, безопасность товара. Гарантийные обязательства изготовителя-исполнителя. Изготовитель должен установится гарантийный срок на все виды товаров и услуг, которые используются длительное время. Спасибо за внимание.